хотела вам показать. Все клеится, все как надо. Я очень рада. Все вот где я вот наклеила. Вот я уже сижу, сколько там, 45 минут клею. Сейчас вот это не буду поворачивать вам, показывать. Короче, все приклеилось как надо. Вот оно все держится. Вот тут. Так что я очень рада. А здесь, вот видите, вот. И вот эта белая краска, которая, ну, белый клей, он потом будет прозрачным. Это сейчас белый, там было написано. Вот, подтираю тут. Ну, классно, но мне этих камушков, стеклышек не хватит. Надо будет сейчас заказать еще. Сейчас вот эти поделаю, и все. Осталось. Вот. Такая гора была, да? А я не знаю, сколько там штук. Сколько штук было? Мне кажется, штук 300 было. Я их не посчитала, но много было. Но не хватит. А такую вазочку, это что я тут сделала? Не хватит. Так, нам свежим воздухом подышать. Ну, классно. Я уже переворачивала, смотрела. Может, перевернуть, посмотреть. Красота, ну. Представьте, потом, если солнце будет светить, это вообще будет цветы в вазе и солнце. И вот класс. Ну, кропотливая работа, но это того стоит. Это потом какая будет красота, правильно? Ладно, продолжаю дальше клеить. Сейчас водички попью. Но все равно клей вонючий. Надо с маской. Без маски не пойдет. Ладно. Давайте. Там у меня еще другие камушки есть. Другие я еще заказала. Это вот это прозрачные, а еще будут вот такие вот перламутровые. Это я потом тоже буду с комбинацией делать. Ну, еще посмотрим. Сначала вот будет такая вазочка. Вот в таком стиле. Ну, в моем стиле. Конечно, я стекло использую Тиффани, но как я кладу эту мозаику, это я как картину рисую. Если бы я рисовала вот как раньше, это тоже как рисование. Ладно, давайте. Пока.